Добрый день, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем с вами изучать английский язык по учебнику английского языка Excel. 8 июня. Откройте, пожалуйста, ваш Student's Book на странице 107. Так, цель сегодняшнего занятия – научиться писать эссе по вашему любимому виде спорта. Итак, давайте попробуем выполнить первое упражнение. These words appear in the text. What is the article about? Итак, данные слова исчезли из текста, и как вы думаете, о чем эта статья? Это what is the article about? Snow sport lessons from resort Google. Итак, как можно ответить на данный вопрос? Давайте попробуем послушать образцовый пример ответа. I think the text will be about lessons in a winter sport, perhaps skiing or snowboarding. Послушать слова, перевод которых и произношение, давайте тоже послушаем. Fast. Go. Gym. Jump. Night. Resort. Skiing. View. Итак, следующее задание. Exercise 2. What is Risa's favorite sport? Read the article to find out. Итак, вам нужно ответить на вопрос. Какой любимый спорт Райсы? Прочитать статью и выяснить этот вопрос. Вам помогут слова, которые вам даны в зеленой рамке. Итак, давайте посмотрим, что это за Gym. Слова. Gym, спортзал. Resort. Место отдыха. Курорт или просто место для отдыха. Jump. Прыгать. Go night skiing. Ходить на ночных, ну, вечерние, такая ходьба на лыжах, когда уже темно. Fast. Это прилагательное, adjective, quick, быстрый. View. Вид. Как прилагательное. Так, давайте послушаем аудиозапись. I think Riza's favorite sport is skiing. Таким образом, можно было бы ответить на этот вопрос. Итак, упражнение третье. Join the sentences. Use these words. Итак, вам нужно использовать эти слова для того, чтобы объединить эти простые предложения в одно. Итак, Sanjar goes cycling. And he plays ice hockey. I can swim, but my best friend can't. We can go to the beach. Or play volleyball. My sister is good at gymnastics, but I'm not. Do you want to play football or tennis? You choose. I've got my swimming costume and my towel. Let's go. Так, let's check. Окей. Okay. У нас все получилось верно. Надеюсь, и у вас ответы сошлись с нашими. Окей. Exercise 4. Answer the questions. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Первый вопрос. What is your favorite sport? Как можно ответить на данный вопрос? My favorite sport is cycling. Number 2. When and where do you do it? Когда и где ты этим занимаешься? I go to the Sarayaka Velodrome every week. What do you do? Что ты делаешь? I cycle fast around the track. What equipment do you need? Какое оборудование тебе нужно? I need a bicycle, a helmet, and a cycling suit. Why do you enjoy it? I love it, because it's very exciting and keeps me fit. Почему тебе нравится? Это последний ответ, вопрос и ответ на него. Итак, окей. Exercise 5. Writing. Написание. An article about your favorite sport.
написание статьи о твоем любимом виде спорта. Итак, an international magazine is asking its readers to send it articles about their favorite sport. Use your answers below to the right your article 68 words, follow the plan. Итак, международный журнал просит своих читателей прислать статью об их любимом виде спорта. Используй ответы ниже, чтобы написать статью 60-80 слов по плану. Следуй плану. Итак, давайте разберем. Первый абзац у вас будет посвящен introduce the topic, то есть вы представляете тему. Например, таким предложением: I enjoy exercise and my favorite sport is. Я наслаждаюсь выполнением упражнений, и мой любимый вид спорта это. И перечисляете, какой у вас любимый вид спорта. Абзац второй. Write about when and where do you do it, when, what do you do, what equipment do you need. Итак, напишите о том, когда и где вы этим занимаетесь, что вы именно делаете, какое оборудование вам необходимо для занятий вашим видом спорта. И последний абзац третий. Why you enjoy it? Почему вам это нравится? Почему вам нравится это делать, заниматься этим видом спорта? Итак, вопросы и ответы, которые мы сейчас разбирали с вами в предыдущем упражнении, вам помогут в написании этого текста, этого эссе, этой статьи. И давайте послушаем образцовый ответ, как это может звучать. I enjoy exercise, and my favorite sport is windsurfing. I go to the Kapchagai Reservoir. It's a huge lake, 70 kilometers from Almaty. It's incredible to see the wind and waves in the middle of the steppe. I only go in the summer and autumn. You need a board, a sail, and a wetsuit. I go twice a month, and I'm quite good. I love windsurfing because it's fast and fun. The views around the lakes and reservoirs are beautiful. Так, надеюсь, данный урок вам будет полезен. Thank you, goodbye.